Вероники Долиной. Музыку ко всем этим романцам написал замечательный, талантливый очень человек из Питера, Александр Цуканов. Романс называется «Я играла с огнем». Казалось, огонь не обидит меня. Он и вправду лежок, не протянутых рук. Он горячий был друг, он был верный мне друг. Я играла с огнем, вот в такую игру. То ли он не умрет, то ли я не умру. Я глядела в огонь, не жалеючи глаз. Он горел и горел, однажды погас. Я играла с огнем до поры, не предвидя особых последствий игры. Только отблеск огня на лице у меня, только след от огня на душе у меня. Я играла с огнем. Хочу поблагодарить моих респондентов за приятные отзывы. Даже не ожидал, что так вот. Буду стараться. Всем вам пожелать здоровья и терпения. Спасибо.